Так выглядят из космоса Мальдивы. Эта страна, находящаяся в Индийском океане, состоит примерно из 1200 островов. При этом большая часть из них едва возвышается над уровнем моря. Ученые считают, что однажды под действием приливов их может затопить. Повышение уровня моря вызвано потеплением воды океана и таянием ледников. Измерять эти два показателя призван спутник Sentinel-6 Майкл Фрейлих. 10 ноября его запустят с базы ВВС Ванденберг в Калифорнии на борту ракеты SpaceX. Уровень моря является прямым признаком глобального потепления, поэтому очень важно точно его измерить. Повышение уровня моря связано с таянием льда на полюсах и накоплением тепла в океанах. Поэтому эти два элемента вместе делают исследование Sentinel-6 очень актуальным для общества. Финальное испытание спутника провели в конце прошлого года в Германии. После этого его отправили в США. Sentinel-6 оснащен радиолокационным высотомером, который будет производить измерение уровня моря с точностью до сантиметра, чего ранее не было. Это даст нам представление о нагревании океана и о том, как повышается его температура. Это также покажет, сколько воды будет в океане и как повысится уровень моря. Участие в миссии помимо НАСА также приняли Европейское космическое агентство и Национальное управление океанических и атмосферных исследований США. Основная миссия спутника продлится около 5,5 лет. Второй идентичный спутник под названием Sentinel-6B, как ожидается, запустят в 2025 году. Это даст возможность ученым собирать данные как минимум на протяжении 10 лет.